Я решил проверить нашу подводную лодку. А то что-то мы про них забыли. Как они тут поживают. И начать уже другую миссию. Вначале зайдем. Проверим все, провизию заполним, купим, что как. Итак. Здесь добавим сыра добавим 6. Как обычно, лучше всех по 30. И тогда полностью объем. Но этого у нас сейчас нету. Сейчас посмотрим, может быть, купим. Итак, пойдем в магазин, тонна со скидками, вот этот вот, Гага. Что, что у вас? Ту-ту-ту-ту-ту, нам надо. Овощи. Так. Солонины. Сыр тоже закупим. Ну и вместо того хлеба возьмем колбас. Боеприпасы. Палубная у нас заполнена. Давайте заполним. Про запас. Так, аптечку одну продадим. Я надеюсь, не зря. Заполним снарядами. Обычно я вот так делаю. Боеприпасы. Так, мы стреляли. Возьмем бронебойных. Вот, все затарились. Так, топливо. Дозаправка. Торпеды. Берем, пока есть. Вот это возьмем. Больше ничего нету. Пока. Так, здесь нам надо. А вот нам же еще одного радиста дали. Вот, возьмем ему. Ну все, пока.
Сейчас пойдем еще к вам. То погода наконец-то сменилась погода. Это очень радует. Эти дожди маленько притомили. Так. Ну, замесь. Добавим овощей 15 штук пока. Замесь хлеба. Я думаю, сейчас докупим еще. Посмотрим, что у нас в торпедном отсеке. Итак. В торпедном отсеке у нас вот это нам или оставить это, пусть будет, пусть останется. Ладно, нам надо вот эти вот поменять. Так, вот эти мы сложим сюда. Вот такую рокировку сделаем. Пойдем опять в магазин. Тебя. У тебя же скидка. Вперед. Итак. Берем сосисок. А, колбас. Дополним овощи. Боеприпасы подвезли. Отлично. Так, у нас здесь, можно сказать, все заполнено. Топливо мы заправлены. Торпеда. Торпеду мы пока брать не будем. Мы сейчас пойдем. Я обычно после миссии всегда свою команду отправляем в отпуск. Сейчас ходим к товарищу. Вот пленные. У нас два пленных. Мы их освободим и получим по 300 долларов за каждого. И 15. Что это такое? Я не знаю, как оно называется. Я забыл. Вот. Все, мы их освободили. И заработали денежку. Так, у нас должен был быть один. Вот он есть. Товарищ Рудольф. Как тебя назвать? Ты у нас будешь тоже медик. Медик, медик. Док. Во. Будешь у нас док.
себя мускулистым, чуть-чуть полноватым, вот так вот. Так, поменяем. Офицеры должны выглядеть соответственно. Ты у нас будешь, ну а как там, синюю рубашку тебя. Что-то с синим связано. Одного мажорова у нас уже хватит нам. Так. Ну почему фуражка такая у тебя? Тебе она не нужна. Посмотрим, что-нибудь тебе. О, прикольно. Вот такой. Штаны. Помню. Ну так тоже неплохо. Ай, перескочил. Опять. Так, аксессуары. Ну, трубку обязательно. Так, борода. Это у нас рыжий ариец. Вот так вот. Все, этого хватит. Теплица. Будешь такой. Навыки у тебя что? Такие же, как и там. Ну, будет, если что, посылать их. Так, а тебе? А, я же должен еще разрешение попросить. По идее. Так, моему экипажу нужен отдых, пока рано. Вот. Связь в штабе. Мы заработаем. Так, берем. Что не дает? Ну я, может, не хочу.
лично, так до 6 человек. Или связь в штабе. Нет, пока вот так сделано. Так я же купил. Купил же или нет? Что-то потратилось один, набрали. Ну-ка. А, все правильно. Док, все, на борту. Будет у нас два. Так, тебе надо. Аппарат. Да. Так, тебе ты будешь ходить снаряженный. Вот дурак продал. Ничего, купим. Снаряженный в нее. И задачи поменяем. 0. Ты будешь отвечать за зарядку оружия. Также медик, ну поставим даже 8, чтобы они не отвлекались. Нет, 7 на ремонт. Вот. Вот так сделаем. Все, ты взял. Пойдем еще в магазин. Возьмем обратно. Так, нам здесь. Ничего не надо. Торпеды подвезли. О, торпеды подвезли. Ну, пока одну штуку. Ну, ладно. Так. Это тоже про запас. До свидания. Забежим еще раз. Посмотрим перед отпуском.
Торпеда. А, вот еще есть. Отлично. Еще раз сходим. Торпеды. Мы ее возьмем, но пока не будем, пока сейчас в отпуск отправим. Отдохну. Заслужили? Да. Мне нужен отдых. Куда пойдем, отправим их вот. И обычно вот сюда отправляем. 50 энергии и 25 дополнительного опыта пока. Вот. Ну все. Куда вы поедете? Отдых. Отдых в маленькой баварской деревне. Местные жители с нетерпением ждут героев. Здесь располагается горнолыжный курорт с роскошными апартаментами, со всеми удобствами. После длительного времени, проведенного в море, ваш экипаж восстановит боевой дух. В живописных местах этой деревни. Вперед, ребята! В отпуск. Поехали. Первый день, второй. Все. Ну вот они возвращаются. Так, и сразу. Иди сюда. Да, с чемоданом. Со своим. Так, торпеда нам. Эту продадим. Эту возьмем. Что-то мало привезли. За 14 дней я ожидал больше. Так, никому ничего не повесить. Иди обратно, отправим тебя теперь. Ничего не поменял, да? Ну, меняем торпеду эту на вот эту. Все равно лучше. Эколой, эколой, капитан.
Так, сходим еще раз в магазин. Такой зики бывает. Ничего страшного. Так, возьмем про запас. Торпеды. Ну, я думаю, нам хватит, но все равно будем с пушек пулять. Правда, смотри, какой корабль. До свидания. Что там? Еще один день. Ну, давай сходим. На всякий случай. Нет. Ладно. Пойдем в миссию. Так, опять черная дыра? Нет. Сюда полезть, что еще есть? И что мы получим? Механика. Механика. 2500 километров. Так, здесь кур нам не нужен. 6000. Тоже 2500. Награда. Возьмем вот эту. Пойдем сюда. Так, переключимся пока. На электро. Все, ребята, с Богом. В чем проблема? Так, ты за карты. Ты торпедами занимаешься? Занимайся. Гагу сюда. На радиостанцию.
Давай нам что-нибудь. Че так долго? Еще даже мешок не сложил. Ручной режим. Ну все, пусть играет. Так, паузу. Поворот уже есть. У нас до отсюда. Дальше мы идем. Нажимаем кнопку Shift. Меня это на кривую ставит. Так. Отпустим пока. Опять зажмем. Поехали сюда. Выйдем сюда и пока вот так вот. Все, надо смотреть внимательно, потому что могут быть самолет. Погода хорошая. Солнышко светит. Ну все, нам переходим на дизель. И полная мощность. Красота какая. Отправим его пока спать. А то сейчас найдут мне какую-нибудь ерунду. У нас акустик есть. Красотища. Так, пойдем флаг снимем, чтобы он не мешал.
прогуляться. Море спокойное. Быстро, пока самолетов нету. Небо чистое. Пойдем в Титаника поиграем. Я лечу. Прикольно, как классно вообще. Так сразу охота на море прям не передать. Красота неописуемая. Ладно, пойдем, а то уже могут самолетики. Всякий случай. Замечательно. Ты в карты поиграешь, что ли? Ну, ничего. Шагать и шагать. 10 тонн. Это опять 2 корабля. Больше уйти я не дам.
подводная лодка. Мы скажем, тоже плыть вот сюда. Или а ты обратно домой туда поплывешь тоже. Думает. Мы чуть ускорим. Не быстро, а то, чтобы самолет не пропустить. Что подводная лодка развернулась. Ну да. Иди поцелуй. Мы скоро будем уже прям, так сказать, до самолета не могут. Я первый раз было такое, один раз зазвучала сирена, мы на базе были, я не понял, в чем дело. Потом смотрю, самолет пролетает. Я своих за пулемет тоже посадил на всякий случай. Он просто пролетел. Так что, может быть, всякое разное. А мне вот это интересно, сейчас работает или нет.
или только когда радар ставишь? Не вижу, что расходится это подводной лодки так раз должно надо тоже расходиться. Не вижу я этого. Ну, оставим его пока. У нас второй есть. Посмотрим. Но плывет в ту степь. Тоже флаг снял. Почему-то в одиночку курица стоит. Или это вообще солдафон? Встретить союзника. Сразу море. Чуть-чуть по-другому начало. Ветер у нас сколько? 16 километров в час. Это закрыто. Зачем закрывать лишний раз, хлопать? Ну ладно. Противников нету. Ничего страшного. Иди поспи. Где у нас подводная лодка? Соседская.
помахали друг другом. Эх, привет. Что-то надоело ты мне уже. Штурман выспался, на место идем тогда. Экономим топливо. Если не хочешь спать. Сколько времени? Час дня показывает. 13:18. Отлично. Самолета тут нету. Так сделан. Это не сюда. Ты иди покунай чуть-чуть. Он посмотрит, кто тебя. Ничего страшного, нам и топлива хватит, все хватит. Это не так далеко. Просто эта игрушка время занимает много. Вот так вот плавать, если не ускорять, а идти в нормальном режиме, то целые сутки можно сидеть над одной миссией. А бывает и суток не хватает. Контакт какой-то с кораблем. А, тоже подводная лодка. Домой возвращаешься. Может, тоже с нами? Ну-ка, где? Сюда. Поплывешь, нет? Вроде бы разворачивается. У нас получится, как говорится, как она, волчья стая. Такое тоже есть. По рации приходят лодки вместе.
становится. Но это по расы кричат. Посмотрим. Я думаю, у нас такое тоже будет. На всякий случай, так, сделаем. Ну-ка. Развернулось. Им скажем, пусть сюда идут. В этом районе будут. Так, сюда. И ты к нему тоже. Сюда. Что-то потерялся я. Проверим. Угу. Все отлично. Так, карта 80. Сейчас уже капитан проснется. Ну зачем же так? Так, ты иди за картой на свое место, ты на бинокле. Нефиг смотреть в эти телескопы. Каждый со своими моряками. Глубоко. А нет. Тени даже видно вон на воде. От солнца. Прикольно. Так, ты поспи.
Иди, потом поменяешься. На моторы пойдешь. Выспишься. В общем, скажу так. Я вот эту вот поездку до места назначения уберу из видео, потому что она сильно долгая. Ничего интересного у нас там не случится, ни самолетов, ничего. А включу, видео начнется с уже с интересного. Что вы не сидели, не ждали, не смотрели трепет, время не тратили. Еще старый корабль. Того мы обогнали. Так, что у нас здесь? 100. Можно отправить спать. Вот здесь глубину тоже показывает. Но бывает она не сильно достоверна. Лучше пользоваться, если вдруг понадобится, сонаром. Ой, сонаром, говорю, этим эхолотом в лодке. Погода. Вернее, погода не поменялась. Я смотрю, 17. Поворачиваем, поворачиваем. Выходим на курс. Не скоро. Море волнуется раз. Красиво. Шлейф такой. Ну, 5 часов. Поворачиваем сюда. Куда мы выходим? Ну, здесь рано кого-то искать будет. Ну, мы пойдем под воду.
все поспят. Опять поворот. Пойдем под воду, включим синий свет, сразу. Пойдем так, метров 15. Давайте. Вниз. Капитан за телескоп свой сел. Все, перешли на электромоторы. Поднимает, поднимает. Да все равно не достанешь. Иди ложись, поспи. Отдохни. 20 метров. Ну все, всплываем. Включаем полную на всплытие. Не забываем включать компрессор для воздуха. Все, пошли наверх. Ты иди не за телескоп. А, сам выбрался. Дизеля включились? Включились. Ну все. Синий цвет. Так, пойдем на, с такими волнами на 20. Скорость сразу. Оп. На маленькую. Все тут на местах. Сейчас просто поменяется. Свои места быстрее. Встали все. Все, переключился. Капитан, иди поиграй в карты. Пока. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Да найдем, не переживай. Так, помпа у нас чистая. На радаре у нас кто? Новенький.
Поменяем его. Я вот. Ты уже все равно выспался. Выключим. Это торпедами занимается. Все, иди ложись спать. Я вот. В электроотсеке. Все отлично. Потом появляется еще разработки. Специально от эсминцев вот здесь вот, рядом с этой трубой. Дело будет сделано, тоже ложные цели капитан выбрасывает. Ну, видите. Я думаю, все. Раскроем. Лодку сделаем в супер подводку. Готовит. Ай. Вкусно как. А. Эти играет с подчиненным. Супчик кушает. Заходите. Ой. Мы погуляем по подводной лодке. Ну, какое мясо. Der Dienst in der Marine hat Tradition in meiner Familie. Да, я тоже так же говорю. Так что сказал вам? Фиг поймёт, что у нас тут с глубиной? Ну, нормально, 19. Идем. Включаем на подъем полный газ, белый свет и компрессоры. Все, сейчас на дизель перешли, свет опять. Капитан, потом выспишься. Ну, давай. Это тоже сразу бежать курить. Это другой. Тут у нас Майер был вроде бы, да? Это Вогер.
хорошо, поменяю, найдусь. Подберу все-таки команду некурящих. Так, угол. Должен спать лучше, если смена не его. Начальник. Так. Нажмем паузу пока. Нам надо маршрут выставить. Сейчас будем погружаться. Скоро. Средний включим. Средняя глубина. У нас будет волны не снялись. Блин, мышка скачет. 18. Синий цвет. Спать. Спать. Так, это занимается. Мотор на первую передачу. Вторая, да? Теперь третья. Хотя, в принципе, они так здесь. Свет у нас выключили. Посидит новичок, друг у него. Что-то рано, наверное, положил я, да? Пусть позанимается, то 8 часов я их спать, они спать толком не хотят. Интересно, после третьей, что будет делать? Пятую нафиг не надо спать. Иди спать. Когда мы там уже прибудем?
воды вообще не набирает. Блин, сыр. Мы не сыр любим. Ешьте хлеба побольше. Я вас сосисками буду кормить. Вы что? Какой кайф. Так, нас там не видно? Не видно. Море спокойное. Опа, на 11. Телескоп стоял. Нет, но он все равно пытается. Ладно, капитан, 2 часа ночи, иди. Тоже с мажором поменяйтесь. Ты выспался? Ну-ка. Так, на удержание глубины. Рули глубины ручные. Пост рулей такой. Пойдем на перископной глубине. Вот. Почему он не пришел второй? Вот такие косяки тоже бывают. Вот тут. Вот тут вот. Где? Как бы 2 человека сидит. Так, нас не видно. Ну и главное. Торпедка должна держать свою глубину.
Шмидто, это капитан, выспался. На этот пошел. На свой телескоп. Два таких рога, ну ладно. Так, мы еще даже не вошли в квадрат свой. Тихая скорость. Ну-ка, давайте 20 глубину. Как там делается? Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Есть шум, да. Засекли. Как раз он сюда идет. 100%. Sehr wohl, Herr Kaloy. Так, вы спать пока. Перехват, а вот сюда, вот говорю, уже идет. Первая добыча. Сколько там? 7. Да ляж ты. Телескоп. Хорошая идея. Так, чему уже на телескоп, значит, что ли, глубине? Что-то мы...
пока в телескоп я его не вижу. Так, у нас все есть, хватает. Дым хотя бы что-то не вижу. Компьютер начал маленько. Ну где ты? Так, мы идем. Так. Ну все. Что обычно. Стандартная процедура. Газ на полный у нас. Всплываем. Дизели включили, все, пошли. Справа должен быть. Дым. Нашли мы дым. Не. Нифига. Проскочили разворот быстрее. Не в эту сторону надо было. Давай. Ёлки-палки. Не. Я опять не посмотрел там.
Чем все закончится, узнаете в следующей серии. Так что подписывайтесь, следите за каналом. Всего вам доброго, удачи, не болейте. Спасибо.